Это результаты седьмого тура российской премьер-лиги. Кто из московских клубов потерял очки? Кто лидер в таблице? У кого самая длительная серия? Урал-Ахмат 0-1. Единственный гол на счету Конате. Нижний Новгород-Рубин 2-1. Николай Калинский забил второй тур кряду. В прошлый раз он добил мяч после неудачного пенальти партнера. Крылья Советов факел 3-0. Третий пенальти в туре реализовал Фернандо Костанца из Бразилии. Краснодар-Спартак 2-0. Спиртян забил свой четвертый мяч в текущем чемпионате. Краснодар остался единственным клубом без поражений. Оренбург-Сочи 3-0. В этом матче было сразу два пенальти. У аргентинца Мансилии гол плюс пас, а Сочи терпит третье фиаско к ряду. Локомотив-Балтика 3-2. Локомотив по ходу матча имел преимущество в 3 мяча. За победителей отметились Дзюба, Миранчук и Баринов, у которых суммарно в турнире уже 5 голов. Первая ничья в туре зафиксирована в центральном матче между ЦСКА и Зенитом 1-1. Антон Заболотный забил курьезный гол после ошибки вратаря, а Дос Сантос в концовке установил статус-кво. А если вам нужно выгодно менять валюту в интернете, ссылка будет ниже в закрепленном комментарии. Ростов-Динамо 1-2. На 34-й минуте за вторую желтую карточку Ростов лишился игрока, а за победителей забивали Макаров и Нгамалё. Забито в туре 22 гола, в среднем 2,75 мяча за одну игру. Поставлено 6 пенальти, выдана всего лишь одна красная карточка, забито 2 автогола. Самая длительная серия без поражений у Краснодара 5 игр, у Ахмата 4 матча. Расписание 8-го тура. Чемпионат берет паузу в связи с играми сборных. 15 сентября Динамо Нижний Новгород, 16 сентября ЦСКА Крылья Советов, центральная встреча между Ахматом Краснодаром, затем Сочи Спартак и Балтика Ростов, и 17 сентября Урал Факел, Рубин Зенит и Локомотив Оренбург. Бомбардиры Кассира Зенит забил 6 мячей, Броне Спартак, Гавалю Динамо, Ежов Крылья Советов 3 паса. Таблица: Краснодар на первом месте, 17 очков, 0 поражений, Зенит, Крылья Советов, Динамо набрали по 14, Урал опустился на место 13, у Локомотива 12, ЦСКА имеет 11, у Нижнего Новгорода, Ахмата и Спартака по 10, Ростов набрал пока 7, 4 поражения, кому-то пора уже в отставку, у Сочи и Рубина по 6, у Оренбурга 5, у Факела 4, у Балтики 3. Рекомендую посмотреть результаты 4-го тура чемпионата Англии, там забито более 40 мячей. Ставьте класс, если обзор был полезен. Услышимся на спортивном.